Здравствуйте, меня зовут Юлия, мне 43 года, и я хочу представить свои работы. Народные промыслы – уникальное явление национальной культуры. В них отражены эстетические идеалы, прекрасные порывы души, стремление отразить совершенство мира. Я занимаюсь росписью по дереву очень давно. Начинала расписывать в стиле хохлома, городецкая роспись, гжель. По истечении времени стала писать портретные матрешки, шкатулки, добавлять новые направления – живопись, авангард, кубизм. Последнее время, помимо матрешек, увлекаюсь росписью шахмат. В конкурсной работе представляю набор матрешек, название «Зимняя сказка», «Гжель».